Да ты кто вообще, а? Лошадь? Я? Конь. Конек. Да-да, конек. Горбунок. Ну, можно и так. Главный герой картины Иван, но не тот, что царевич или богатырь, а обычный парень, которого даже старшие братья считают дурачком. Ситуация резко меняется, когда в его жизни появляется верный друг – конёк-горбунок. Захватывающая фэнтези, приключения, сказка в лучших русских традициях. Друг, ты сейчас выручай. Ладно, но в последний раз. Фильм на экраны вышел буквально на днях, и одними из первых посмотреть его смогли ученики 4-й Видновской школы. Каникулы первоклашки решили провести с пользой и в кругу друзей. Это же сплочает коллектив. Я очень рада за всю организацию. Спасибо вам большое. В этот день зал кинотеатра «Искра» был эксклюзивно предоставлен малышам, чтобы вдоволь насмеяться и насладиться сказкой. Мне понравился конец. Так. А тебе что понравилось больше? Мне понравилось, когда конек, он лежал, а потом муху пытался убить. Для первоклассника Дениса этот поход в кино стал первым в жизни. Фильмом мальчик очень вдохновился. Ну, я точно знаю, что мое любимое кино – это «Конек-горбунок». Сказка «Конек-горбунок» в «Искре» будет идти до 17 марта. Приобрести билеты можно в кассе кинотеатра, а ознакомиться с расписанием сеансов на официальной страничке кинотеатра во ВКонтакте. Юлия Погосян, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.